Мир глухонемых людей. Каждая комната устроена как игра, которая научит вас понимать язык жестов. В первой комнате нужно просто повторять эмоции. Это очень весело. Во второй комнате к мимике подключаются руки, и тебе нужно показать животное. И знаете, как будут аплодисменты? Вот так. She's learning sign language. It costs 15 euros. А в последней комнате тебе уже совсем не составляет труда объяснить человеку, что нарисовано на картинке. Через некоторое время ты даже забываешь, что умеешь говорить, и начинаешь показывать свои мысли. Помните, я вам говорила, что возле Гамбурга есть море? Ну, как есть. Бывает. Иногда. Но не сейчас. Сейчас отлив, и если смотреть на море, абсолютно непонятно, где вода перемоет. Это море, Динария. Это море. Но я одна море. Си. Нет, вам не чудится. Это никогда не небесная колесница. That's terrible, don't you?